Вітаю всіх, хто дивиться наш телеканал. Сьогодні вирішили поговорити із колишнім очільником Кіровоградщини, нині народним депутатом України Сергієм Ларіним. Сергій Миколаївич, доброго дня. Рада вас бачити в нашій студії, хоч і віртуально, але зараз, мабуть, це для всіх краще. Дистанція нас так вчать, принаймні такі рекомендації нам дають. Як ви на карантині почуваєтесь? Дотримуєтесь усіх правил, вимог, які нам диктує і ВОЗ, і уряд, і Міністерство охорони здоров'я? Я бачу, що ви без маски. Немає потреби такої? Ви один зараз там? Добрий день. Ну, смотрите, я давно пошел на самокарантин, потому что я считаю, что это, ну, серьезная штука такая происходит, и не только в стране, а во всем мире. И я очень с самого начала предупреждал и родных, и близких, и друзей, что лучше, так сказать, пере сегодня, чем неду. Я нахожусь на самоизоляции уже порядка 3 недель. И мы находимся отдельно, вдвоем с женой, больше никого нет. Поэтому я считаю, что лучше этот период перетерпеть. И дай Бог, потому что самое главное, что у человека есть, его жизнь и его здоровье. Потому что мы смотрим очень много информации, которая есть и в YouTube, и в средствах массовой информации. И я наблюдаю там и статистику, которая есть во всем мире, она, к сожалению, неутешительная. И мне кажется, что, как кто-то сказал, и не помню, уже я читал, что мы находимся у подножия пика. То есть, если, условно говоря, Италия пик пережила, Испания, наверное, находится где-то близко к пику, то Украина сегодня не находится на пике, Украина находится у подножия пика. Поэтому у нас еще все впереди. И с учетом того, что мы прекрасно понимаем, почему у нас такая низкая заболеваемость, да, потому что тестов нет, а тесты, те, которые мы получили, они, то, что мы имеем информацию, они не самого высокого качества. И вы прекрасно знаете, я читаю в Кировоградщине, что происходит, да, потому что люди болеют, и они не знают, что это за болезнь. И не все могут сделать тесты, и не все могут получить достаточную медицинскую помощь. Поэтому я всех призываю, и сам это, так сказать, придерживаюсь. У меня есть и маски, и перчатки, и бахилы. Сегодня надо сохранить жизнь. А что будет дальше? Этот вирус, или он естественный, природный, да, или это, как говорят, какая-то часть какого-то большого всемирного заговора. Это уже мы будем смотреть дальше. Самое главное – сохранить сегодня здоровье каждого. Вы официальной статистике доверяете тому, что читаете в там, телеграм-канале, который уряд организовал, или в других джерелах? Как считаете, она відображає? Официальной статистики украинской? Так. Нет, конечно, ну что значит доверяю? Я, конечно же, и вам советую, и всем советую. Никому не верить, помните, как говорил Мюллер в фильме, а ну, всю информацию получать. Я считаю, что и очень много было в средствах массовой информации, что и раньше у нас были вспышки заболевания, но никто не знал, и у меня очень много друзей и знакомых переболело, и думают, что это было ОРВИ или грипп и так далее. Когда тестов не было, даже если брали кровь, видели, что какие-то изменения, но не могли определить, что это, коронавирус или что-то другое. Поэтому статистика. Еще раз хочу сказать, что наверняка случаев гораздо больше в Украине. Но я не скажу, что кто-то их скрывает. Просто люди недообследованы. И нет у нас, ну, если в глубинке заболел, какие там ПЦРы, какие там тесты. А тем более китайские тесты, это у меня друзья, мои коллеги, один раз по тесту получается, что отрицательный, второй раз положительный и так далее, и так далее. Только ПЦР дает более надежный, скажем так, результат. Где у нас, в каком-то районе или в каком-то селе, ну, сами понимаете, да? Поэтому задача сегодня, и, допустим, мы как наша партия, оппозиционная платформа «За жизнь», наши ребята, и то, что мы можем, помогаем и даем там средства защиты для больницы, для скорой помощи. Я считаю, что это, в принципе, даже гражданская обязанность каждого помогать сегодня ближним. Кому-то продукты провести, кому-то маску дать и так далее.
Різні країни до вирішення проблеми коронавірусу підійшли по-різному. Ось вчора буквально розмовляла з подругою, яка живе в Швеції, і вона те, що вона розказує, схоже на наше життя до карантину, до вірусу. Вони таким шляхом ідуть. Вони рятують економіку, вони заздалегідь готові до того, що значна кількість людей перехворіє. Ймовірно, для старшого покоління це буде з певними наслідками. Вони до цього готові, така в них собі філософія. Як думаєте ви, які наслідки отримає економічні Україна після того, як вийде з цього карантину? І взагалі, які варто заходи вживати, аби ще економіку рятувати? Тому що ми маємо подвійний удар і здоров'я громадян, і їх гаманець. Ну, смотрите, я тоже разговаривал с товарищем в Германии, и там очень-очень такой жесткий карантин. Штраф, если ты вышел на улицу, да, понятно, один выходишь, понятно, в защитных средствах, да, и те полицейские могут спросить, а куда вы идете, да? Ты говоришь, да я вот в школу за ребенком, да, или куда-то еще. Могут позвонить, узнать, что ты не туда идешь, и штраф до 25 тысяч евро. То есть это очень, еще раз подчеркиваю, для всех это очень серьезно. Поэтому что происходит в нашей стране? Да? В нашей стране, но в Германии, как и в других странах, там серьезная помощь и населению, серьезная помощь бизнесу. Мы же понимаем, что позакрывалось очень много предприятий. Кафе, рестораны, развлекательные. А это... Ну, в Кировоградщине это на десятки тысяч, наверное, мест, да, а по Украине это сотни тысяч, а может быть и миллионы рабочих мест, и люди лишились зарплаты, ну, лишились не работы, скажем, а вынуждены уйти в бесплатные отпуска, а понятно, работодатели, они же не от хорошей жизни отправили там бесплатные, да, понятно, что жирка, так сказать, поднакопленного есть немного у кого, и мы должны это понимать, ситуация у нас украинская. И люди могут месяц прожить, а дальше как непонятно будет жить. Если во всем мире, посмотрите, в Америке 2 триллиона долларов они, скажем так, запускают в экономику, да? Понятно, что американцам легко. Они напечатали, у них печатный станок, они напечатали эти доллары, раздали. Что делать нам? То, что делает наше правительство, это ну, ни в какие рамки не идет. Беда это наша беда, а их вина, потому что они не способны и не готовы предложить, как быть сегодня людям, что делать бизнесу и какая помощь будет оказываться, и вообще что делать с медициной. Потому что, посмотрите, что у нас, масок нет у нас, да? Госрезерв, то, что я читаю, вы, наверное, видели по интернету, что кто-то продал там, миллионы масок там, или десятки миллионов масок прямо во время коронавируса. Дальше. Сидите, оставайтесь дома, и никаких компенсантов для бизнеса нет. Второе. Мне говорили, не помню, кто звонил и говорил, обратился в центр занятости. Центр занятости был закрыт, потому что коронавирус у нас, понимаете, вирус. В центр занятости ты пошел бы, стал бы и какие-то деньги получил. А то, что сегодня делает правительство и сегодня делает власть в целом, вместо того, чтобы направлять ресурсы на поддержку людей в этот период, месяц, два или три, они отдают долги Международному валютному фонду. Вот, допустим, в моей семье есть, не допустим, а есть, в моей семье есть кредит, да? И мне надо там сегодня или завтра гасить кредит. Мы позвонили в банк и говорим, ну нет у нас сегодня денег. И банк идет навстречу. Моим друзьям Приватбанк, у них кредит, позвонил Приватбанк, они оформили договор, пролонгировали там, сделали кредитные каникулы. Почему мы, наши банки и мы, люди, идем на это, да? А государство само, и приняли еще законы о том, что там можно это делать, да? То государство не хочет с МВФ поговорить, наша власть, и сказать, давайте, братья, там, отсрочим 17 миллиардов, пока не будем отдавать... сегодня вам. У нас дырка в бюджете, у нас денег нет, у нас сегодня критическая ситуация, а мы в первую очередь расплачиваемся с МВФ. Это что такое вообще? Это что за власть? Это что за люди? Поэтому просто самовыживание, это надо делать. Но то, что сегодня высочайший непрофессионализм и зависимость
внешняя зависимость, это никуда не годится. Мы теряем там остатки нашего суверенитета. Ви вже десь почали відповідати на моє наступне питання. Я хочу нашим глядачам нагадати, що ви депутат Верховної Ради кількох скликань, що ви працювали в виконавчій владі, зокрема на Кіровоградщині, ви очолювали область, тривалий час, до цього ще повернемося. Але я до чого? Ви знаєте і бачили, і працювали в різні періоди, в різних командах людей. Ви вже десь почали відповідати на моє питання, коли стали говорити, що є відчуття непрофесіоналізму у нинішньої влади. Ви сказали, не хоче наша влада поговорити з МВФ і попросити про, ну скажімо, більш якісь м'які умови розрахунку за кредити і таке інше, або отримання кредитів. Не хоче чи не може? Слухають взагалі нинішню владу в світі чи ні? От я вам хочу чуть-чуть шаг назад зробити і привести приклад. Я был в одной заграничной командировке с представителями партии «Слуга народа», и я им сказал следующую вещь. Это еще то правительство было Гончарука. Я говорю, понимаете, друзья, не может быть человек 28 лет министром образования. Априори не может быть человек 28 лет. Он не готов никак. Почему? Он может быть, если она 8 лет закончила школу, в 10 лет защитила кандидатскую диссертацию, а в 15 лет докторскую. Да, это вундеркинд, и в 28 она может быть министром образования. Она пробыла на Майдане, студенткой была, потом Майдан, потом кем-то стала и стала министром. По этому принципу подбирается очень много людей. И бывший министр здравоохранения, министр экономики и так далее, и так далее. Люди просто не готовы к государственному управлению. Это целая наука. Люди учатся, проходят ступени в местном самоуправлении, еще где-то, получают образование. Люди никто, нигде, никем, и вдруг стал министром, премьер-министром, вице-премьер-министром. Они просто не знают, что делать. Не знают, что делать со страной, поймите. И они не в состоянии опанувати, як кажуть українському, опанувати ситуацію, яка склалася в країні. І тому ці їх кроки. І тут, а як ви думали? Ви що, думали, приходите до влади і сядете, і у вас буде якийсь бюджет і так далі? Тобто ви повинні бути готові, що є зовнішній тиск, внутрішній тиск, і економічні проблеми, є коронавірус і так далі. Тому треба підтягувати фахівців, тих людей, які в змозі написати або програму, або якісь кроки. Тому що ті кроки, які запропонував уряд, це не кроки по, скажімо так, короткострокові кроки для того, щоб втримати країну. Ні. Тобто ми все одно зараз знову перерозподіляють бюджет, знову направляють на зйомки патріотичних фільмів, знову ще кудись і так далі. Чи із забаганки удовлетворяють, да? Поэтому не то, что у меня не відчуття непрофессійності, а у меня полное понимание того, что люди, которые занимают, они занимают чужие места. И не надо нам уже, хватит делиться. Те сепаратисты, те ватники, те вишиватники, те люстрированные, те еще какие-то. Речь идет, вообще на кону стоит будущее страны, да? Здоровье людей. И по большому счету Верховная Рада должна была избрать или назначить, и президент должен был предложить кандидатуру премьер-министра с опытом, антикризисным, скажем так, опытом, понимаете? Поэтому я честно не надеюсь на то, что они предложат какие-то меры. Хотя еще раз хочу сказать, разные страны идут по-разному. И понятно, что надо выполнять то, что говорит власть. Но я не верю в то, что они смогут до путя, ну не то, что не верю, я уверен, до путя что-то сделать. Ви слідкуєте за тим, як Кіровоградщина зараз живе? От Кіровоградщина за вами, як з'ясувалося, слідкує. Ми навмисно сьогодні у вас в гостях, фактично вдома. Якщо ви вдома, то нам цікаво, чим ви займаєтеся. Але чи ви спостерігаєте за тим, як живе область? І все-таки я маю сказати, що не позаздриш нинішній владі і, мабуть, викликів багато. Ви, як ніхто, знаєте, що таке управляти областю. Те, що ви зараз спостерігаєте, які поради ви дали очільнику області, керівникам там, на територіях, в районах, керівникам міст? Що би ви робили? Смотрите, ну, чесно говоря, я
Если вы заметили, то я на протяжении всего этого времени, там уже много лет, я никогда публично не давал советов ни одному, ни тех людей, с которыми я знаком, которые были после меня губернаторами, и те, которые близки и были я в оппозиции. Я не хочу самое, как, знаете, была такая работа, ну, классика, советы постороннего называется, да? Умничать всегда со стороны легче. Но когда ты приходишь, занимаешь какую-то должность, а я, допустим, когда меня назначали, это уже было 10 лет назад, да, я долго думал и отказывался, потому что я понимал, что это, ну, серьезная ответственная должность, что я отвечаю за регион. И когда ты принял такое решение, ты уже должен не есть, не спать, а думать о том, как вообще, что людям делать. Я могу сказать, что мы делали, или вернее, хочу напомнить, да, что мы делали. Ситуация в стране была... Да, мир был, да, мы думали о другом, мы думали о развитии, но тем не менее нельзя сказать, что экономическая ситуация была, ну, прекрасная, да, да, лучше, чем сейчас, да, но была и неважная, люди с маленькой пенсией были, зарплаты недостаточные, то есть мы сделали, что мы сделали, да, первое, это упор на развитие региональной экономики, это, вы помните, это Купуй Кировоградский, что позволило нам разогреть, скажем так, экономику. Второе, это власть должна слышать людей. Мы запустили горячую линию, чтобы люди могли дозвониться до первого лица и действительно понять, что он должен понимать, что внизу происходит, а не парить наверху. Дальше, региональные проекты, которые мы делали, там, Светло-Кировоградщина, ветераны и так далее, и так далее. Была принята комплексная программа «Центральный регион», которую мы видели, она как мы каждый год будем развиваться. Поэтому, конечно же, надо на уровне любой власти такая программа должна быть. По крайней мере, очильник, значит, руководитель должен видеть, что он делает сегодня, что он делает завтра, что он будет делать послезавтра. Я считаю, что на этом этапе необходимо обеспечить максимально и обращаться к бизнесу, ко всем максимально людей обеспечить средствами защиты. Это 100%. Второе, это помочь с доставкой людям, те, которые подвержены больше всего возможности заболевания. Это пенсионеры, группа риска, да, больше 65 лет, особенно те малоимущие и одинокие, обеспечить там подвоз продуктов минимально и посмотреть и внести предложение, если касается региональной власти, внести предложение, какие все-таки бизнесы можно запускать, которые могут в регионе работать, рабочие места, заработная плата и не дать упасть экономике региона. Ну вот навскидку, да. И должен быть постоянно действующий штаб в онлайн-режиме, и в отдаленке, или вот есть сегодня такие средства связи, чтобы постоянно держать руку на пульсе. Ви пам'ятаєте найскладніші дні або, можливо, навіть ночі, коли доводилося ухвалювати складні рішення, будучи керівником Кіровоградщини? Ну, чесно говоря, там прям таких складних перші дні це були найскладніші, коли треба було рішати кадрові питання, коли треба було назначати глав районних адміністрацій, коли ти входиш в курс діла, і це найскладніше. Але потім, коли ти сформував команду, если это команда профессиональная, это если команда состоит из людей, на которых ты можешь положиться и могут закрыть тебе, да, прикрыть тот участок работы. Я же не специалист в образовании, не специалист большой там, в ЖКХ или в строительстве. Но однозначно сразу были люди, не хочу всех фамилии называть, могу называть, которые был назначен там первый зам, допустим, Мездрин, да, Николай Геннадьевич. Все, я забыл вопрос там строительства, ЖКХ, коммуналка и так далее. Или зам по финансам был, да, Серпокрылов Виктор Николаевич. То же самое. Или по... То есть самое главное, самое сложное – это сформировать команду. Когда команда есть, тогда вы делаете унисон, и вы можете делать возможное, и, как я говорил, даже чуть-чуть невозможное, то, что не надеется. Самый сложный был период через год, это когда был Майданс, когда, знаете, доходишь до финала, и не дай бог в финале проиграть, ты же потом в следующий раз в финал можешь и не попасть. Да? Вот это был самый этот, напряженный момент, который нам стоил таких ожиданий непростых, но зато потом результат, знаете, как
дает позитивнейшие эмоции. Вы багато їздили дійсно по Кіровоградщині. Мабуть, не лишилося такого місця на карті області, де б ви не побували. З чим згадуєте цю область? З якими враженнями, емоціями? Настя, я хочу сказати, мені от не нравится, когда говорят, с чем эту область, да? Или эту страну. Это наша страна, наша область, наша страна. Не моя, или моя страна, некоторые говорят. Ну, моя страна, когда будешь царем, тогда вот будет у тебя страна, наверное. Да? А пока это наша страна и наша область. Ну, конечно же, вообще все годы работы вспоминаю с огромной теплотой, с огромной благодарностью за то, что вот люди поверили мне, за то, что мне было настолько комфортно работать. Это была лучшая работа в моей жизни. Потому что, понимаете, я расскажу один случай, да? Одна из первых встреч моих была, я не помню, по-моему, в Кировограде, да? И, ну, я такой пришел, выступаю, и тут бабушка одна мне говорит: а вот вы у нас там в подъезде, и на улице, и на дороге, и, ну, так серьезно начала на, ну, я растерялся, то есть я не знаю, сколько это было там растерянность, может там 10 секунд, может 5 секунд, может, не знаю. Я замолчал и просто я смотрел на этих людей, которые собрались на встречу со мной. Они были небогато, скажем так, одеты. Это. Я посмотрел, и я в этой бабушке узнал свою маму. Но даже моя мама точно так же. Вот ей сколько денег не давай, да все равно она будет ходить в том же самом, а то будет откладывать или внукам отдавать, или другим детям и так далее. Я подошел к ней, обнял ее, говорю: как вас зовут? Она назвала. Говорю: у вас какие проблемы? И она заулыбалась: да, сынок, все доброе, и так далее. То есть это самое главное, что люди, они на подсознании чувствуют, как ты к ним относишься. Если ты к ним относишься там зверхню или еще, они это будут чувствовать и относиться к тебе. А если люди чувствуют, что ты такой же, как они, что ты их прочувствуешь, ну, кто они такие, это будет обмен энергией. И ты один, там, 50 человек энергии можешь отдать немного, а 50 человек тебе могут дать такую энергию, которую ты потом потратишь для людей. Это было классно. Это было хорошо, и мне бы хотелось, чтобы каждый руководитель области думал, которые были, которые еще будут много, чтобы они думали в первую очередь о людях. И меня когда-то там, ну, мне говорили, конечно, я хотел проработать 5 лет, ну, так получилось, я не хотел уходить. Но это жизнь, никуда не денешься. Поэтому задача руководителя, знаете как, я всегда руководствовался чем? Главное не занять должность. А главное потом не как-то по-русски, как не обладаться, как сказать. Да. Не сплоховать. Ну да, это так мягенько. Что главное не сплоховать, да. Чтобы потом о тебе что-то говорили, да, и говорили. А кто это был? Да? Кто? Это Ларин? Нет, я вообще не помню фамилии. Да? Или, а, ну да, он что-то там забрал чего-то там, да? Или, а, да, помним, когда люди помнят. Горячую линию, Купуй Кировоградский, центральный регион, Светлая Кировоградщина. И масса тех вещей, которых ты по энергосбережению. Стопродон, кстати. Забыли Стопродон? А проблема-то остается, никуда не делась, и шведы, и скандинавы этим занимаются, во всем мире занимаются, и потом перестали заниматься. А проблема-то осталась, он же родом никуда не делся. Поэтому есть масса проектов, программ, которые нам просто жаль, что тогда взяли этот хорошую программу, отложили в сторону, чисто ж по политическим мотивам. А, это Ларина, значит не буду делать. Да? Ну, это глупость. Это же ж на табличке, в которой я работал, табличку до сих пор не поменяли. Там написано Кировоградская областная державная администрация. Там не написано там будинок Ларина, будинок там чей-то еще. Кузьменко, Николаенко, там, Сухомлина, Черновола или Коломойцы, Компанийца и так далее. Те, кто был губернаторами, да, там, Черныша или Зинала. Это государственная будивля, и должны быть государственные люди, государственный подход.
Сергій Миколаївич, я нам усім бажаю не сплоховати і залишатися здоровими в тій ситуації непростій, яка зараз є, і ефективними не тільки для своєї родини, а й для суспільства в цілому. Я рада була вас бачити і приємно поговорили, як на мене. Побачимось, очевидно, ще в ефірах нашого телеканалу. Ви виходьте з ініціативою, я завжди. Дякуємо. Разом переможемо коронавірус. І коронавірус теж. Дякую. Лишайтеся здоровими і дякую, що дивилися нас.